президент Беларуси Светлана Тихановская на встрече с министром иностранных дел Франции подняла очень интересный вопрос. Кстати, очень многие почему-то обвиняют Тихановскую в работе на Россию. В чем я как бы всегда сомневался, да и вот я этого никогда почему-то не думал, мне так не казалось. Хотя все может быть в этой жизни, но вот не казалось. Так вот, по моим сведениям, Светлана Тихановская в разговоре с французским, хотел сказать, премьером, нет, это был министр иностранных дел, попросила того принять меры к тому, чтобы на Россию были наложены санкции, как на режим спонсора режима Лукашенко, понимаете? То есть она считает совершенно справедливо, что если содержание вот этого невменяемого батьки, ну неизвестно чего батьки, конечно, этого агрофюрера Лукашенко, станет Путину не по карману, не выгодно и вообще не нужно, он просто перестанет его поддерживать. И агрофюрер исчезнет. Исчезнет с политической арены Беларуси быстро и навсегда. И в связи с этим, собственно говоря, Тихановская и попросила Францию посодействовать тому, чтобы санкции накладывались не только на Беларусь, что и так понятно, что на режим Лукашенко надо накладывать санкции, и никаких вопросов с этим нет. Ну и на Россию, как на спонсора вот этого террористического режима. Интересно, да? Интересное заявление, как для человека, которого некоторые пытаются обвинить в том, что он, она, мол, работает на Россию. Оказывается, все либо не так, или не совсем так, либо совсем не так.